Father. Marius? Welcome home! I didn't join the army to bask in the sun, Father. I want to fight like you did for the Empire. All in good time, my son. I'm giving this to you as your grandfather once gave it to me. Not all your enemies will be found on the battlefield. Barbarians! Follow me! By the gods! You must save Rome! Save it from them! If it's blood you want, I promise I will give you as much as you can handle. Нерон пришел к власти в непростое время. Государство все еще не могло прийти в себя после правления императоров Гая Калигулы и Клавдия. Первый навеки вписал свое имя в историю учиняемым развратом и безумствами, а второго даже современники называли слабоумным. Несмотря на это, империя выдержала и вошла в эру правления Нерона. Rise, Son of Rome охватывает период последних лет жизни последнего императора династии Юлиев. Игра рассказывает историю Центуриона Мария, героя римской армии. Сюжет подается в виде флешбеков. По задумке, Марий разговаривает с Нероном. Оба заперты в секретной комнате во время очередной атаки варваров на Рим. Центурион расскажет о британской кампании и некоторых событиях после нее, а поучаствовать во всем этом предстоит уже игроку. Сразу стоит сказать, что несмотря на позиционирование Rise как исторической драмы, историчности в ней прискорбно мало. Создается впечатление, что в Crytek прочитали очень плохой школьный учебник по римской истории, а то, чего в нем не было, решили додумать самостоятельно. Конечно, многое можно было бы списать на условности игры, но только не в этом случае. Механика построения исторической драмы в относительной вольготности создания основной сюжетной линии, но одновременно и в предельно точном создании окружающего мира. То есть можно было бы сколько угодно играться с повествовательной линией Мария при условии достоверных событий, происходящих вокруг него. Тогда все бы поверили в историю Центуриона. Маленький вымысел был бы прикрыт огромной реальностью. В Rise, Son of Rome, к сожалению, этого нет. Количество исторической клюквы в игре Crytek такое, что по ней самой можно было писать научную работу с анализом всех недостоверностей. Основная ошибка Crytek в использовании кинематографических приемов и штампов там, где они совершенно неприемлемы. Так, Марий в порыве гнева кричит с интонацией героя посредственного боевика: «Варвары! Проклятые варвары!» Верный друг обязательно умрет ради дополнительной мотивации главного героя, а любую связь с реальностью принесут в жертву зрелищности. Впрочем, и весь геймплей строится по этой же модели. Марий кромсает однообразных варваров направо и налево, иногда забрасывает врага копьями-пилумами и еще реже берет под командование манипулу легионеров. При этом часто врагов неоправданно много, и появляются они для галочки. Непонятно, кому могло прийти в голову, что расправляться с четвертой подряд волной варваров может быть весело и интересно. Да и у тех разница лишь в том, что одни носят щиты, другие луки, а третьи два меча. Это если не считать стандартных, с разным металлоломом в руках. На протяжении всей игры Марий не получит ничего нового, кроме разных вариаций добивающих ударов, которые, правда, действительно красивы и брутальны. Центурион отрезает руки, растапливает головы, вскрывает гладиусом грудные клетки. Все это по уровню исполнения легко можно сравнить с боевыми сценами из сериала «Спартак». Гладиаторы бы обзавидовались. Добивающих ударов достаточно много для того, чтобы они не надоели вам до самого конца игры. Битвы с боссами скучны, а в некоторых моментах они просто раздражают. Дело в том, что большинству боссов можно нести урон только при контратаке. Можно сколько угодно бить его гладиусом, но пробить защиту не получится. Из-за этого неоправданно поднимается сложность, а еще больше это ухудшается некоторыми нюансами PC-версии. К примеру, у босса по имени Глот есть фаза, во время которой нужно нажать кнопку атаки. Для этого сначала нужно активировать определенный триггер, доведя здоровье Глота до половины и отбив один из его ударов. И если вы вдруг пропустили нужный момент и не нажали кнопку атаки, то во второй раз этот триггер может просто не сработать. Ну или Глот просто застрянет на месте. Вообще, Rise,
Son of Rome после переноса на PC приобрела несколько багов и определенный дисбаланс, мешающих нормальному прохождению. Так, еще в первой миссии Марий при попытке зайти во дворец начинал бегать перед входом по кругу, не реагируя на команды. Но после четвертого перезапуска зашел в дверь, как ни в чем не бывало. Сражаться с боссами с помощью клавиатуры и мышки, несмотря на небольшое количество возможностей Мария, объективно сложнее, чем с геймпадом. Но вот что Crytek удалось безоговорочно, так это визуальная часть игры. Каледонские леса беспросветные и страшные. Рим величественный, каменный исполин на италийских равнинах. Все доспехи и остальное снаряжение подробно прорисованы. И даже во мрачной южной побережье Британии можно влюбиться с первого взгляда. Кроме того, Rise Son of Rome под завязку напичкана сюжетными роликами, которым могла бы позавидовать любая современная игра. Несмотря на все ее недостатки, к Rise Son of Rome трудно относиться однозначно. На нее можно смотреть с совершенно разных перспектив и настолько же по-разному ее воспринимать. Те, кто будет в нее играть ради атмосферы Римской империи, получат совершенно отличный опыт от тех, кто запустит ее ради кровавой мясорубки. И тем не менее, игра привлекает чем-то совсем неуловимым. Возможно, именно той самой истории Мария. Ведь всем же интересно, что случится с Нероном, ведь правда? На этом все. Удачи, до встречи на Playground.ru. I became driven by one thought, one desire, vengeance. Salute your new centurion! It's rumored to be the gateway to Hades. A massive barbarian army has swarmed across the Empire, wreaking havoc. How dare you defeat your Emperor! Damocles. The Senate will listen to you. Marius. Son of Rome.